Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пора Спицы, с вами я, Тоня Февралева. Я вам сегодня хочу показать очень простой способ, вот такая вот простая петля, которая поможет соединить пряжу абсолютно любую и не будет никаких узлов и некрасивых переходов. Этот способ подходит для любого вида пряжи, но выполнить его нужно будет немножечко по-разному. Я покажу этот способ на хлопке, на толстой шерсти и на тонком махере. Пожалуйста, посмотрите, подписаны ли вы на мой канал. Если нет, то скорее подписывайтесь, чтобы не пропустить много новых интересных видео от меня. Начну я с тонкого махера и с основы этого способа. Что я делаю? Я обрезаю нить, оставляя хвостик. Далее я складываю нить вдвое, вот так, чтобы у меня получилась петля. И просто вяжу свой узор. Я дошла, где у меня петля уже заканчивается. Теперь я беру нить другого цвета, который мне нужен. Также это подходит и для одного цвета, чтобы не было никаких узлов. Продеваю в петлю. И просто продолжаю вязать свой узор. И посмотрите, у меня переход цвета, абсолютно никакого узелка нет, и я спокойно себе вяжу. И посмотрите, никаких узлов и переходов у нас не видно. Такой способ подойдет для пряжи, которая неоднородная. То есть посмотрите, у меня махер, он где-то толще, где-то тоньше, и поэтому вязание, особенно вот, например, в платочной вязке, либо на резинке, будет вообще незаметно вот это вот утолщение, которое у нас будет давать. С первого взгляда даже и не поймешь, где это утолщение, а вот оно. Его практически незаметно на такой пряже, и вот именно в такой платочной вязке или какие-то вот сложные узоры на лицевой глади будет более заметно. Дальше у нас вариант с хлопком. На хлопке у нас утолщение будет видно, поэтому мы не можем вязать в две нити. Тем более у меня тут лицевая гладь ровная, поэтому мы применим тоже такой же способ петли, но будем вязать немного по-другому. Обрезаю нить, оставляя большой хвостик. Делаю петлю, а хвостик оставляю с краю, чтобы он был не в середине полотна. И далее приступаю к вязанию. Вяжу таким образом. Одну петлю провязываю одной ниточкой, вторую другой. И так я их чередую. Одну ниточку захватываю, потом вторую ниточку захватываю. Одну ниточку. Вторую ниточку. Вот у меня получилось, что никакого утолщения нет. На обратной стороне ничего не видно. Хвостик висит с краю, где мы его спрячем, в шов или в кромочные петли. Я беру вторую нить, также продеваю ее через петлю. Тоже оставляя большой хвостик и продолжаю вязать. Захватываю по очереди одну ниточку, другую, одну, другую. Дошла до смены цвета. И здесь продолжаю вязать точно так же попеременно. Одна ниточка, вторая ниточка, одна ниточка, вторая, одна, вторая, одна. Одна, вторая.
Последнюю петлю можно провязать 2 петли вместе, оно все равно у нас будет в кромке незаметно. Поворачиваю и вяжу уже обычной нитью. И получился вот такой вот переход цвета, абсолютно все ровно, никаких уплотнений нет. С изнанки это выглядит вот так вот, все хвостики у нас висят по краю, мы их легко спрячем, а в середине полотна будет все ровно, ничего не будет выскакивать и уплотнять. Ну и последний у меня образец, это толстая шерсть. Что делаем с шерстью? Мы можем точно так же поступить, как и с хлопком, то есть мы можем вдвое сделать петлю, оставляя хвостики по краям, и чередовать одну нить, провязываем другую. Но есть еще другой способ. Я обрезаю нить, я просто разделю свою нить. Смотрите, она состоит из нескольких частей. Я ее разделяю, часть отрезаю, и моя нить стала тоньше в половину. И теперь я ее складываю напополам. Сюда, к тому месту, где я разделила, вот так вот скатываю и вяжу, продолжаю вязать. Дохожу до места, где у меня петля заканчивается. Теперь беру вторую нить, которую мне надо соединить. Это может быть то, также и этот цвет для соединения без узлов, также и контрастная нить. Также я делю нить на две части, вот таким образом. Одну часть отрезаю, дальше продеваю в петлю и ищу, где у меня соединение. Вот у меня закончилось, я соединяю. Опять у меня стык получился абсолютно без узлов. И я просто продолжаю вязать. И вот что у меня вышло. Абсолютно все ровненько, никакого утолщения нет, никаких узлов, никаких хвостиков. И ничего не распустится, ничего никуда не убежит. Ну вот такие вот способы я вам сегодня показала. Надеюсь, вам поможет это в вашем вязании. С вами была Тоня Февралева. Поставьте лайк, пожалуйста, если вам не сложно, вы мне очень-очень сильно поможете. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока!